Я был на завозе, было много всего, уже все купили. Постригся, красавчик. Раз, два, три. Пеня для телефона. Завоз! Постригся? Да. Сколько стрижка стоила? 0. У меня папа парикмахер. А, что, подрался ты? Нет. Его папа парикмахер. Под губой чего-то. Просто слюзик. Дай мне шампу. Лена! Иди сюда. Лена, это будет. Всем здравствуйте. Помашите. Мяу. Не могу махать. Руки больные. Не бить, пожалуйста. Крикни, крикни завоз, я вначале ставлю. Завоз! Громче. Завоз! Молодцы. Давай. Всем привет, это Курортный Движ. Я запустил свой розыгрыш. Первое место — футболка Nike. Второе, третье место — это бабки. Если вы хотите участвовать, вам нужно подписаться на мой канал, написать любой комментарий текстом и нажать кнопку «Участвовать». Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Розыгрыш пройдет 30 числа. Всем удачи. Сколько там время осталось? Не знаю, минута. Ну, уже можно забегать. О, Алюха теперь заходит, а ты что такое? Я с ней уже. А как это что-то? Просто крепление для телефона. Я уже полгода снимаю. Я выкладываю, как мы забегаем, и что я взял в конце завоза. Тик-ток просто, тик-ток. Что это? Что взял? Тут что ли?
Что взял, братан? Я? Ты? Вот, что за... Давай быстрее, быстрее, показывай, показывай, показывай. Так, Nike, 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 да. Nike, Nike, на штаны, короче, забежал. Ну, пойдет, пойдет. Ого, какая. Чего? Как ты все наложишь? Я Y3 на женском взял. М размер. Сейчас у нее... Ой-ой-ой. Она женская, да, походу, реально? Смотри, какой фит у нее. Кого подвернуть? Не, она не паленая. Она не паленая точно. Да, обычно у нее фит. Хорошая. Дай ее так быстро. М-ка. Я все. Это я вот тут взял. Вот вся вот эта стойка, только дикс. Я вон тут что-то. И ничего нет? Вот такой вот это, но это вообще. Я подумал, что это этот. Эли. Essentials. Что это такое? Не знаю. А у тебя что? Y3 и дикс. А дикс какой? М. Она хорошая прям такая. Потерялась. Если подойдет, то я оставлю себе. Не знаю, ты не знаешь такой? Джеймс Перс. Ты знаешь? Нет, просто прикольненькие купюрки. А что за бренд? О, Ральф, смотри, хороший. Они тоже белские купюрки. А что? Ну, я не знаю, что это. Он понял? Тебе не хочешь? Он Excel. Ладно. Для белой, конечно, если 5 нет, я бы взял. Ну, да. Надо поснять. Не знаю, что это такое. Че, я померяю? Не, ну я померяю. Давай ее на весы закинь. Она очень тяжелая. Да, ну тырчик. Да нет, я не забираюсь. Я уже спросил, это за нее. Ты думаешь, я 3700 буду за нее отдавать? Ну, какая в жизни, дай просто ее померяю, мне интересно. Пойдем на этаже разделка. ТНФ скидывают твой или... Конечно, скидывают, конечно, да.
Малым, он же малым подойдет. Братан, держи. Он оригинальный. Можно тоже? Да, две. Так, такая вот зипочка Y3. Такой свитшот Dickies. И такой лонг. О, черный. Вопрос, как вам товар в этом завозе? Прошлый завоз был очень хороший, но хотелось. Это гепсики, шуканка. Крепчик. Так, давай. Вот это хороший. Так, надо показать. Ну и зигап висит. Зигапчик давно. Раз, два, три, четыре. Все. Ну было много. Не сними меня. Я был на завозе, было много всего, уже все купили. Я купил. Так, за неделю взял такую регбику Ralph, размер XL, такую зипочку Yoshi Yamamoto с таким большим логом на спине, такой свитшотик Dickies размер M и такие ботиночки New Rock. Не знаю, оригинальные или нет, состояние 1 из 10. Еще взял вот этот лонгслив James Pierce, в ЦУМе дорого стоит. И такую футболку True Religion новую с бирочкой и вот таким вот маленьким лого.